Подожди, стоп. Сначала. Мы находимся в музее Адольфа Сакса, и мы можем видеть вот такие разнообразные инструменты. И можно нажать на кнопочку. И можно услышать, как это все звучит. Конечно же, перебивать немножко шум с улицы. Но, я думаю, вы слышите. Давайте нажмем сюда. Видите, не происходит, пока не закончится одна. Нажмем. И отсюда звук. Чуть фальшивее, да. Я читал, что саксофон сделан из сплава серебра, Мельхиор Тампак. И мы видим что-то медное. Вау! Интересно, что же будет, если нажать на эту кнопку?
что уже будет. Ну-ка. Chateaulay, I know Coke. Avant de prendre ce brevet, on verra bien si d'ici là, un facteur aura fabriqué un véritable saxophone. О, знакомые звуки. Знакомые звуки. Ну что, есть еще одна кнопка. Есть еще одна кнопка. Нажмем на последнюю кнопку здесь, на стенде. Si on me trouve trop jeune pour mériter la médaille en or, si on me trouve moi trop ingénu pour accepter celle de Verneuil. Мы немножко с вами побывали внутри. Вам стоит здесь побыть. Обязательно приехать сюда, в Денон.